Я не могу в это поверить. Ты сделал это, ты приготовил мою любимую пиццу. Ты, наверное, действительно восхищаешься мной. Конечно, да. Всем приветик, рада видеть вас на моем канале Телекоплей. Я Наташа, мы с вами продолжаем говорить хорошую пиццу, отличную пиццу. Мы с вами находимся в 5 главе. И все пытаемся выяснить, кто же похитил супер какое-то там старое тесто. Клиенты заметили представителей власти около пиццерии Аликанте. Пока нет информации, нашли ли они что-нибудь в этом магазине, который обожают местные. Кроме того, не забудьте о нашем вечернем специальном выпуске «Что говорит о вас ваш способ поедания пиццы», где мы рассмотрим такие приемы, как складывание ломтика пополам и использование вилки и ножа для поедания вашей пиццы, видимо. Пиццерия, о которой сообщалось ранее, теперь вновь открыта после короткого перерыва на перекус. Похоже, у нас в руках пекарь-энтузиаст. За факт. Знаете ли вы, что приготовление пиццы — это спорт? Каждый год многие демонстрируют свои таланты в вращении теста. Ясно, спасибо. Неинтересно у него уже факт, если честно. Он, и вообще он меня бесит. Так, подождите. Во-первых, сначала вот так. Во-вторых, вот так, оливковое. Во-вторых, раз. В-третьих, в пекарне. Ой, нет, не сюда, подожди. В коллекцию. Флеши нельзя вызвать? Аликант какой-то недоволен. Так, подожди. Собираем инжир. Потому что инжир всему голова. Кстати, Аликанте просил дать ему инжира. Вот, так что мы должны с ним поделиться инжиром. Не знаю, насколько это будет нам целесообразно. Где, ёб твою мать, инжир весь? Спасибо. Мне же нужно засаживать, а то у меня сейчас Аликанте все сожрет тут. Так, ну все, вроде бы, что-то посадили с вами. Я пытаюсь дрессировать тюлень, просто хочу анчоусы на лепешке. Хорошо. Так, 2 оливковые пиццы. 2 оливковые пиццы. И анчоусы на лепешке. Так, ускорить на 7 секунд. Погнали. Это сюда. Это сюда. Это тебе, брат. Это вот так вот. Это вот так вот. Это вот так вот. Эй. Так, подожди. Можно я схожу к Аликанте? Привет, брат. Как дела, дружище? Вижу тебя, мой инжир. Я рад, что мы смогли прийти к согласию. Да, спасибо. Но я не знаю, мне не очень нравится перспектива, что ты будешь лазить в моем магазине. А вдруг ты подбросишь шулики и подставишь мне? Я никогда так не сделаю. О, да конечно, я не знаю, могу ли я тебе доверять. Я знаю, что мы приятели и все такое, но я знаю, что ты завидуешь моему успеху. И что я могу сделать? Это будет настоящим испытанием нашей пекарской дружбы. Приготовь мне мою любимую пиццу. Начинки? Что это? Я тебе ничего не скажу. Когда ты узнаешь, какую пиццу приготовить, позови меня в свой магазин. А пока что тебе от меня что-нибудь было нужно? Нет. Нет, тебе ничего не нужно. Я что, знаю, какую пиццу любит Аликанте? Я не знаю, какую ты любишь пиццу. Слушай, а я не могу... Неужели он не может быть помягче со мной? Откуда, черт возьми, не знаете его любимую пиццу? Может быть, я смогу попросить кого-нибудь о помощи? Кого? Дзынь-дзынь. Не знаю, какую пиццу любит Аликанте. Какие доказательства у вас есть? Аликанте, согласно исследованию ВАП, является любимцем местным. Его преданность пицце непревзойден, но его неприязненные отношения с медведями вызывают разочарование. Вот это. Я следил за исследованием Цицерона, много добился. И оно происходит с длинного рода пекарей. Ой, ладно, это все, спасибо. А почему я не могу вызвать дружочка того, пирожочка? Могу заказать 2 пиццы карбонара с баклажаном вместо яиц? Конечно. 2 пиццы карбонара с баклажанами вместо яиц. Да. Я немножко разочарована, если честно. Я думала, что я ему сейчас дам инжир. И все. А он там начинает выпендриваться. И не дает, прикинь. Возможно, у него там какие-то секретики есть. Я, конечно, не уверена. Не берусь утверждать. Но, возможно, у Аликанте они есть. Половина с оливками, половина с луком. Луком, с оливками. Держи, женщина. Жрите, пожалуйста, на здоровье. Приятного аппетита. Бон аппетит. Держи. Лучше и быть не могло. Спасибо вам. Пожалуйста. Я хочу 2 зелёные мечты с авокадо. Так, 2 зелёные мечты с авокадо. Так, это, по-моему, вот так. Это, по-моему, вот так. И получается еще авокадо. Ну, вроде как, да. Бон аппетит. Я прекрасный человек, of course, of course. Почему ко мне не может прийти чувак? Я бы очень сильно хотела, чтобы он мне сказал что-нибудь. Держи. Так, цаврум, авокадо, сосисочная. Давайте сделаем пиццу с авокадо и сосисочной. Сегодня можем все прям сделать пиццочки. Достаточно простые на рецепт.
Я хочу пиццу с половиной сыра и другой половиной что? Пепперони, базилик, грибы. Бляха, давай по-нормальному. Вот это вот началось. Половина сыр и соус. Сыр и соус. И половина пепперони, сосиски, сосиски, грибы, сладкий перец, базилик. Так, и соус. Все, держи. Так, и пиццу с авокадо давайте сейчас сделаем быстренько с вами. Такие оп-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 оп. Все, есть контакт. Так, это вот сюда выкладываем. И три сосисочные еще надо сделать. Держи, моя хорошая. Конечно, эта пицца никогда не кончится. Я ж ее делала, ну. Я на свидании с парнем, он на веганской диете, но я 4 мяса, пиццу хочу, скомбинируйте их вместе. Что? Не буду, пошла нахер. Я хочу 2 курино-пармезанных пиццы, да, я знаю. Так, давай, 2 курино-пармезанных пиццы с большим количеством сыра. И это мы умеем делать. Очень хрустящим. Так, я опять путаю лук и чеснок. То есть курицу и чеснок. Но они реально похожи по цвету. Так, поехала. Да ёпта. Навалила, конечно, как этот. Навалила кринжа. Так, еще давай прокатим ее. Я не уверена, что она подкоптила. О! Ой. Ну, очень хрустящая. This pizza way too overcooked. Пережарила пиццу. На, брат, держи. Реально, я одну штучку я пережарила. Все. Какая трагедия. Пережарила одну штучку. Боже мой. Надо было сразу закукситься. Я хочу лепешку с сыром, нарезанным помидором, лук и курицей. Я называю это тако пицца. Хорошо, сейчас будет тебе тако пицца. Сейчас. Сначала я сделаю 3 сосиска пиццы, а потом ты пойдешь нахер со своими чудо-идеями. Как твоя подружка. Так, вот это вот, да? Все. Че она там захотела? Какую она захотела пиццу там? Лепешку с сыром. Так, с сыром. Нарезанными помидорами. Дальше. Луком. Луком. Курицей. Халапеньо. Вот это вот я, конечно, называется лень, двигатель прогресса моего. Я называю это так, а пицца, да? Угу, давай, так. Это сюда. Главное не перепутать сейчас случайно. Не положить этой бабке, а то бабка там разытывается опять. Такая бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Раскудахчится, на. Выглядит лучше, чем пицца Аликанте. Мне надо узнать, какую пиццу любят Аликанте. На несколько минут позже, да. Ты вообще негодяй. Опоздал и меня еще подставляешь, понимаешь? Ну что это за беспредел такой? Я знаю, что песто и сыр сочетаются местно. Будет так, что сочетается с баклажанами. Давай проверим. Песто, сыр, баклажан. Держи, брат. Потом расскажешь, обязательно напиши отзыв, как что, окей? Так, что это такое? Какие-то, ну зачем это вот мне вот это вот сейчас? Что, я как будто бы... Это что за... А, это теперь у нас обновились некоторые... Зачем? Я знаю, что вот это вот, это же все мои рецепты, я их и до этого знала, и без вас. Что за бред? Это какое-то, видимо, микрообновление произошло. Теперь можно скоптить пиццу. И вот рецепты почему-то сбросились, не знаю почему. Так, ну сейчас будем с вами разбираться тогда, что делать-то. Мне нужен креветочный коктейль и хлеб для вечеринки. Положить туда зеленый соус. Хорошо. Зеленый соус с креветками. Сделаем тебе твоих жирных креветочек. Аппетитных. Их еще креветочек нужно поискать на самом деле, чтобы они были настолько аппетитными, настолько смачными. Повезло, что у меня они есть. Теперь не могу перестать о том, ну, думать, какая пицца любимая у Аликанте. Не стоит беспокоиться, это просто пицца. Хорошая пицца, ёпта. Не знаю, что тебе не понравилось, сделала все с песто. Придирчивый кобзда вообще. Так, 133. А ремонт, подогреватель мне нужно, улучшение. Ну давайте, 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 давайте курятину. Все, у меня осталось 192, все, я купила. Так, нету никаких новостей, обидненько. Стоять, бояться. Во-первых, почему не могу вызвать флеша? Па-па-па, давайте к Цицероне сходим, они вроде бы дружат с Аликанте, поэтому, может быть, она знает твою любимую пиццу. Привет, зай. Привет, чем я могу помочь? Ты знаешь, какую пиццу? Я знаю Аликанте с детства. Он открыл свою первую пиццерию примерно в то время, когда мы с семьей переехали в город. Вау. Люди были не очень приветливы, когда мы приехали. Было приятно, что он зашел. Даже это было... Ах, Аликанте. У Аликанте большая страсть к пицце, но думаю, что он вообще не способен украсть тесто. Хорошо.
А какая у него любимая пицца? Ты дура или что? Я зачем пришла к тебе? Твоя пиццерия. Сейчас не совсем подходящее время. Ясно. Короче, они не хотят со мной сотрудничать. Я просто трачу время свое драгоценное. Так, все, это мы все сделали с вами. Так, куриная луковая, давайте. Хорошо, я обожаю ветчину с соусом песто, но ветчина также хороша с солями и соусом маринарно. Вся жизнь прошла в ожидании твоего момента. Да, брат. Давайте следующий. Приготовьте мне инжира, грибов и базилика. Две таких. Так, давай. Значит, что там тебе надо было? Грибы, базилик. Ну, в принципе, у меня-то теперь курочка автоматически накладывается, так что все зашибись. Короче, прикол вот в чем. Что и у меня реально все в тупике. Все мое расследование, оно скатилось в тартарары. Я вообще не понимаю, что делать. Давайте вызовем этого хера. Она всегда занята в семейном магазине. Да. Давай вызовем и возьмем у него какую-нибудь подсказку. Пусть подсказывает. А то я уже устала. Так, подскажи мне. С кем вам понадобилась помощь? С Аликанте. Приготовьте любимую пиццу Аликанте, и он разрешит вам обыскать в магазин. Если вы не знаете, какие начинки использовать, обратитесь за помощью к Флэшу. Так он не приходит. Он не приходит. А с Цицероной что? Цицерону давай. Почему бы вам не позвонить Флэшу? А, ну понятно. Спасибо большое. Офигенно, Флэш не хочет со мной разговаривать. Видишь, у него нет звоночка. Он не хочет мне помочь. Лук и пепперони сочетаются, не так ли? Да. Когда придет этот сраный Флэш и скажет уже все? Я ничего не понимаю, они реально не хотят. Я бы очень сильно хотела, чтобы он мне помог, но он мне не хочет помогать. Я тупо ему не могу позвонить. И сколько мне ждать, пока он там разродится? Вкусно-вкусно, да-да-да. А могли бы вы дать мне сырную пиццу с баклажанами, перцем, луком, грибами и курицей? Да. Сырную пиццу, баклажан, курица, лук, грибы и курица, сладкий перец. Так, подожди. Баклажан, сладкий перец, лук, грибы, курица. Вроде бы это все, что вы хотели к этому часу. Молодой спортивный человек или старый. Это вам. Получите, распишитесь. Приятного аппетита. Так, доставочка приехала. Здравствуйте. Ваша куриная и луковая пицца. Держи. Так, дальше. Куриную сделать. Давай куриную еще одну сделаем. Я буду гриб-луковую пиццу, темное тесто, сыр на грибной половине, соус на луковой. Ой, моя ж ты хорошая. Еще раз. Соус на луковой. Грибы. Че сразу вот нельзя было написать про свою вот это вот предпочтение? Темное тесто. Давай. Будет тебе твое темное тесто. Просрала из-за нее несколько ингредиентов. Ну что за женщина? Сразу нельзя было написать зеленое это, зеленое на зеленом соусе. Ой. Я жук не вывожу. Обычно я получу. Да иди в жопу отсюда. На. Нет, веганскую точно делать не буду. Ненавижу веганские пиццы делать. Возможно, но я могу банановую пиццу. Ой, то есть кукурузную с песто, да. Банановую пиццу. Ничего себе ты, конечно, такой у меня парень. Тут... Почему банановую? Потому что она желтая. У меня вопросики имеются к этому человеку, который не знает, как выглядит банан и кукуруза. Это же два абсолютно разных... Это овощи и... Банан-то фрукт, наверное, да? Ну, короче, ну вообще кринж. На. 10 из 10, спасибо. А почему нарезанные помидоры не смогли срезать путь? Потому что они тупые, не знаю, какая дебильная шутка. Это тебе ребенок тебе напинал в мозг, что ли, что ты такие шутки, дебильнушки придумала? Или что? Шутки за 300? Откончу за 500? Неплохо. На. Совершенство, вау. Угу. Я просто хочу половину ветчины и бекона, что это будет вкусно с песто. То есть как тебе... Бекон, и вот так и ветчину, да? Ну, надеюсь, что так. Ну, 50-50, на 50 на 50. Ну, и я не знала, но ну, будем надеяться. Ясно. Могу я получить одну с луком и одну с пепперони, положить на каждую песто соус? Хорошо. Что-то вы вспомнили, да, про существование соуса песто?
Так, одну с пепперони сосиски есть. И одна с луком. Так, одну с луком и одну пепперони сосисками. Здесь все понятно. Нам некуда спешить. Сколько он будет узнавать, какую пиццу любит Аликанте? На. Мне прям так интересно, сколько должно пройти времени. Уже типа двое суток прошло, он все никак нет самое тут. Ремонт духовки. Давай сделаем. Новостей нет. Ты, наконец-то. Эй, у меня есть необходимая тебе информация. Любимая пицца Аликанте такая же, как у его мамы Валентины. Классическая мясная. Так. Классич. Мяс. А-а-а. В любом случае, мне пора идти, увидим. Спасибо. Стоять! Вызываем флеша. Рано радуешься. Так, мне нужно, чтобы ты накопал информацию. Цицерона, я посмотрю, что могу найти. До скорого, спасибо. И теперь вызываем Аликанте. Делаем ему классическую мясную пиццу. Привет, дружище. Готов приготовить мою любимую пиццу? Конечно. Так, классическая мясная пицца. Давайте посмотрим, на всякий случай. Так, классическая мясная, это пепперони. Все, вот его любимая пицца. Так, а что мне надо было? Две луковые, да, сделать? Все, сейчас сделаем две луковые пиццы с вами на отдачу сегодняшнюю. Ну, надо же как-то зарабатывать, правильно, в конце концов. Продвигаться в нашем расследовании. Аликанте, зайчик, держи, классическая мясная. Я не могу в это поверить. Ты сделал это, ты приготовил мою любимую пиццу. Ты, наверное, действительно восхищаешься мной. Конечно, да. Ты настоящий друг, я разрешаю тебе обыскать мою пиццерию. Только ничего не сломай. Не буду. Опа, Аликанте дал разрешение обыскать пиццерию. Пришло время провести расследование. Извините, извините, у меня есть как бы дела. Так, давай, как ее обследовать? Вы собрали... ты на своем пиццеместе, аффирмация, запись 4. Твои усы сегодня выглядят великолепно. Ты лучший мастер-пекарь. Не позволяй медведям добраться до тебя. Пакет семян цукини. Это был найден в пиццерии в Аликанте. Где он взял семена цукини? Вывеска «Нет медведям». Было бы неплохо, если бы Аликанте смог поладить с медведями. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь произойдет. Что еще? Танцевальный трофей дочери. О, танцевальная команда его дочери, должно быть, выиграла этот трофей с помощью Аликанте. Фотография с Валентиной. Похоже, Аликанте всегда был маменькин сынком. Медвежий шпион. Что теперь? Не, ничего. Да, я просто хотела увидеть твое красивое лицо, действительно. Так, ну, вроде бы как. Вроде бы как все. Хм, мне нравятся грибы, но я также люблю сосиски. Грибы с сосисками, хорошо запеченные. Ну, слушайте, неплохо. Уже какие-то сподвиги. Правда, я не совсем понимаю. Пакет семян. Это был найден в пиццерии Аликанте. Где он взял семена цукини? Надо было у него спросить. Меня почему-то от него выкинуло. А не могу к нему снова сходить? Ага, конечно. Сходила. А я не могу их, кстати, посадить у себя в садуле? Может быть, я могу их посадить у себя в садуле? Но, скорее всего, это как вещдок. Надо было у него все-таки спросить. Кто-нибудь, дайте мне шапочку из фольги. Этот пекарь только что прочитал мои мысли. Ага. Так, ну-ка, дай-ка попробую. Да, да, видишь, это как улика. Угу. Ладно. Две пиццы песто. Одна со всем мясом, другая со всем остальным. Пожалуйста. Не хочу. С мясом я бы тебе еще сделала, вот. Я хотела омлет с добавками, но поскольку... Что? Подсказкам. У вас вечно вот эти вот сыр, сосиски. Так, сосиски, сыр, грибы. Ну, у них вечно все по-разному. Так, луковые, баклажан две штуки. Давайте сделаем две баклажан пиццы. Дадим тетечке, мотечке. Держи. Ой. Ну, сегодня хорошие заказики прям. Мне нравится. Не рассказывай никому, но хочу ананасовую пиццу. Хорошо. Никому не расскажу. Наверное. Ананас, он для вас самый сочный ананас. Так, это сюда. Великолепно. Держи, брат. Хороший отзыв оставляйте обязательно.
Я хотел бы пепперони без молочных продуктов. С песто. Так. Пепперони с песто без молочных продуктов, то есть без сыра. Все, вот здесь все сразу понятно. Сразу чувак обозначил все свои проблемы. Видать, его пучит после того, как он попьет молочка. Поэтому вот... Вот так вот, держи, брат. Мне так нравится эта пицца. Конечно, конечно. Мы стараемся, мы клиентоориентированы. Ха-ха, беду пиццу Джокера. Что? Я не помню, как делать вашу пиццу Джокера. Так, сыр. Сыр. Пепперони. Сладкий перец, баклажан. И соус. Да, ну и залуп, конечно. Пепперони, сыр, сладкий перец, баклажан и соус. Ну, вроде все положила. Держи. О, эта пицца вызывает у меня приступ нетерпения. Ага. Доставочка приехала, да. Луковые пиццы две. Держите, получите. Распишитесь. Сразу берем заказ на две баклажан и делаем три соленых моряка. Томат или помидор? Угу. Хорошо. Сейчас все положу. Как же плохо без автоматических начинок. Меня они уже так разбаловали своими автоматическими начинками, что я больше просто не хочу без автоматических начинок что-либо делать. Я просто ленивая. Да пицца великолепна, так же, как и вы. Спасибо за комплиментик, мой хороший. Я просто хочу половину ветчины и бекона. Что? Давай подсказку по-нормальному вот это вот. Так, половина сыр, бекон, ветчина и соус. А то я сейчас бы опять бы сделала вот 50 на 50, он бы опять тут развонялся. Я не хочу вот это вот. Я лучше вот лишний раз переспрошу. На. Забирай свои вот эти вот прелести. О, доставочка приехала, да, моя хорошая. Две баклажан пиццы. И соленые морячка сделаем с вами. Соленый моряк, это у нас, по-моему, с оливками, да? Да, по-моему, да. Так, возьму анчоусы с обычным соусом. Большие куски. Так, давай. Анчоусы с обычным соусом. Я делаю соленого морячка. Засоли меня, посоли меня, о моя хорошенькая. Хорошо запекать надо? Нет, большие куски она просто попросила. Окей. Так, подожди, давай сразу пиццу сделаем с вами, отжарим ее. Хрен там знает, когда у нас это, правильно? Вот, он сейчас тем более приедет. Давайте лучше вот так сейчас аккуратно сделаем вот это все. Теперь у меня все готово. Держи, на тебе цветочки. То они меня раздражают, когда они вырастают. Надо их убрать, кстати. А, креветки в томатном соусе. Ну, может, они еще вкуснее с песто? То есть тебе томатные креветки с песто, что? А, может, вот так? Давай попробуем. Мне кажется, вот так. Типа, два вида соуса чувак запросил. Ну, выглядит как будто бы так. Сейчас проверим. Возможно, он имел нарезанные помидоры. Продолжай стараться. Ну, я вижу это так. Я художник, я так вижу. Что ты мне сделаешь? Привет, брат. Три соленых моряка для тебя. Держи, браток. Супер. Уже 500, кстати, заработали. Молодцы. Уверенно и верно. Все здесь выглядит вкусно, но мой желудок слаб к любому мясу или сыру. И что? Наверное, я имел в виду вегетарианскую... Ага. Конечно. Вегетарианская пицца. А знали ли вы интересный факт, что веганскую пиццу и вегетарианскую, оказывается, они готовятся двумя разными способами. Потому что, ну, как тебе сказать, веганская это вот про без молочных продуктов, там, сыров, а вегетарианская это когда как бы сыр уже есть, но там нету мяса. Вот, поэтому что еще бы вам рассказать? А, извините, извините, увлеклась фактами. Ты ж любишь факты рассказывать, вот и я люблю факты рассказать сегодня, душнить. Ну что, давайте тогда на сегодня закончим. Опа, историк и археолог Цицерона является одним из главных подозреваемых ВАП в расследовании дела Царены. В отчетах говорится, что местный детектив сейчас занимается этим. Вот и все на сегодня. Хорошая пицца, отличная пицца. За что ее так? В общем, посмотрим, что будет в следующей серии. Не забывайте подписываться на каналчик. Скоро с вами увидимся. Пока.